Доброе утро всем, друзья, и добро пожаловать в новый влог. Я сегодня с утра встала, уже все переделала, время еще 7 часов нету. Мне надо сегодня поехать за тортом. Завтра у дочери день рождения было, вчера у моего сынули было, завтра у Милени. Но ей торт надо только русский. Я уже напекла, у меня и медовики есть, у меня и такой торт есть. Но ей вот надо, каждый год ей надо именно русский тортик с розочками. Ну и, конечно, надо мне термин девчатам сделать, насчет ногтей пойти сделать, и себе, Милине. Так что пьем кофе и поехали. И еще надо в русский магазин. Ну, я как в русском магазине буду все равно заехать своей подружке по пути и сало. Мы там постоянно в русском магазине покупаем литовское, стоит литовское сало. До того вкусно. Мы его уже давно кушаем, честно сказать, как покупаем, да, уже сколько? По-моему, где-то больше 5 лет. Нам очень оно нравится, прямо вот очень-очень. И поеду куплю и покажу, какое сало. Они у меня сегодня дома. У сына отпуск, урлоп, хотела сказать, и у дочери. Так что, но сейчас, девчата, я тут поставлю, видно, не видно, будет, надо кофе попить. У меня, не видно, отсвечивает, извиняюсь, если что-то не то. Так, вот так сделаю. А то вчера с мужем заезжали на дачу, а там инжиру уже полно. Надо собирать, варить варенье и уже начинать дачные влоги делать. Сегодня у нас понедельник, обещает 20 градусов тепла. Сейчас я кофе попью. Я уже выпила, но мне надо еще одну кружку и такого хорошего кофе, такого крепкого, как я пью, потому что по утрам у меня идет крепкое кофе. Без крепкого кофе я вообще не могу. Нет, ничего не видно. Вот так вот сделаю. И еще что хочу сказать. Мне, наверное, придется новую кофеварку покупать. Этой кофеварки уже, не знаю, столько не живут. 300 лет. Уже и старенькая, мы ее уже и делали, и я ее за ней хорошо вообще ухаживаю, за любой, там, за вообще любой, то, что у нас с электричеством, за всеми ухаживаю. Что-то стал прям вот мотор, прям аж сильно, и уже мало стало вытекать, как бы мы уже ее прочистили, продули, но, наверное, скоро надо будет покупать кофеварку, к сожалению. Мою любимую — это Юра, у нас Юра был. У нас каких только не было, я уже вам рассказываю. И самсунги, каких только не было, всякие. И пепхины, и такие. Но самое лучшее, это, конечно, вот такая. Потому что я люблю свежий кофе, как бы мне нравится. Ну все, сейчас кофе попьем и поедем. Третья половинка сахара. Сейчас подкреплюсь и поеду. Вот такое вот крепкое у меня идет 2 чашки по утрам. Если не успеваю, то я беру
Например, одну дома я завезу выпиваю, а вторую я выпиваю. Так, ну, вот такая вот моя утрешняя пока еда. Как на улице у нас хорошо. Прям прелесть, девчата, вообще. А куда поставить? Вот такое сало я говорила. Сейчас дочь тоже у меня там несет. Я сама первая. Так, пироженки я их всегда покупаю, люблю. Давай, Милена, пойдем. Привет всем, я уже на даче. Уже и закупилась, а теперь на даче. Не успеваю собирать инжир. Это просто вам не передать. Без конца и каждый день. Вчера уже не снимала. Такой вот нормально хорошая погода была, но что-то устала. Посмотрите, вот теперь будем варить варенье с вами. Посмотрите, он аж наполопался. Как раз на варенье. Посмотрите, что делается. Вот такой сочный, он очень вкусный. Такое-то уже с полу пособирала, они мне больше тоже нравятся. Вот такие вот. Они тут разные, мягенькие. Посмотрите, какая прелесть. Так, немножко прибралась. Ну, не прибралась, а листья просто смела. Где немножко землю разгортала, тоже по углам. Там тоже все пособирала. Как обычно, как все делают, да, кто на дачах. Листья сейчас как раз вот фитнесом заниматься хорошо. Так, тоже тут поубирала немножечко. Работы хватает. Так, подальше чуть сделаю. Собираю, протираю. Насчет винограда хочу ответить вам на вопросы. Кто мне спрашивал, уже не помню. Когда мы будем его обрезать, но он уже все, посмотрите. Винограда у нас в этом году очень много было. Много, прям вот вообще много было. Это уже у нас как бы остатки остались. И как будем только обрезать, я покажу вам, как мы будем его обрезать. И, конечно, цветы, как я их буду выкапывать. Потому что мне много кто пишет, как вы выкапываете цветы. Хочу сказать вам, знаете, я вам лучше не буду писать, как я это делаю. Я лучше вам покажу, как я работаю, как это в процессе идет. Понимаете, вот это вот все вот выкапывать и доставать. Вот. Также и виноград. Виноград спрашивали, какой у нас виноград. У нас вот белый молоденький. Там несколько штук у них у нас было. Потом черный, это дамские пальчики. Такой черный виноград. Мы его самого первого съели. Вот этот вот виноград. Вот он. Вот эта вот полоса. И вон та, вон последняя. А вот отсюда уже идет винный. Ну, до того сладкий. И, девчата, где вот? И еще вот этот вот крайний. Сейчас покажу. Показывали. Вот такой вот, посмотрите. Вот такой. Он тоже, но вот этот виноград, если один раз, это сорт такой, мороз ударит, он еще вкуснее, он до того сладкий и очень вкусный виноград. Вот, что про виноград еще хочу сказать, мы его поднимали, мы его лечили, вот этот вот самый старый, да, а вон там две, когда мы сюда вот взяли эту дачу, да, купили, вот эти две полностью, они уже как сгнили, один спасли, а вот два вот вытянули, уже выкинули, это там у нас все, вон там, девчата, все подсажено, да, чтобы знали, потому что не путали, и потом я вам как бы все покажу, как я буду обстригать, я или там муж будет обстригать, еще рано, пока не отпадут листья, потом только его надо обстригать. Также и файгу. Еще равновато. Если есть на них листья, не надо их трясти и не надо раньше времени их обрезать ходить. Что-то у нас сейчас разъездились машины. И это. И не надо ходить, как бы обрезать это все. Сегодня я без штанги, поэтому я так вот быстренько поставила. У нас уже вечер. Соседки с кошкой прогуливаются, у нас уже есть. Что-то телефон отключился. Думаю, пойду виноград где кое-какой соберу. И именно вот этот вот инжир.
Думаю, надо собрать. Но у нас сегодня погода вчера, завтра хорошая. По-моему, до пятницы, по-моему, точно не буду говорить, потому что у нас такой, сегодня вроде бы говорили, говорят, например, дождик, да, а потом раз солнце, как бы я не, как, ну, тут так погода быстро меняется просто. Так, ну, про виноград, вот это вот, виноград я ничего туда не наливаю, ничем его пока не обсыпаю. Когда вот мы просто их посадили, вот эти вот досаживали, у нас был, я покупала просто чернозем. Чернозем мешала с этой, ой, как она называется, с этим перегноем. Перемешала, все вот так вот руками, прямо руками мешала. И вон туда вот как сделала, и все, и хорошенько вот заливала. Виноград я поливаю. Я его поливаю, вот когда вот лето, да, кто-то там писал, поливаете виноград, а он только у вас будет зеленый листья, он больше будет у вас расти. Нет, вы же сами видите. Я его как поливаю, и каждый день поливала. Ну, жара, как это виноград не полить? И вот очень, я думаю, прям вообще, у нас все в этом году было. У нас в этом году ничего не пропало. Единственный мой цветок пропал. Посмотрите на него, он уже у меня цвести собрался. Уже все луковицы убрали, а он у меня цветет. Ну все у меня как бы, я не знаю почему, все позднее. И еще везде листья. Моя соседка говорит, у тебя будет везде будут листья еще зеленые. Не знаю я вот, ну везде все зеленое, вы посмотрите. Все уже люди поубирали все, а у нас еще все зеленое. У нас еще лето почти. Так, ну все. Сейчас пройдусь там, вам еще покажу, что я сделала. Так, ну все, тут я уже прибрала, все, тоже листья столько поналетало. Муж пришел тут, подкрутил, натянул прям хорошенько вот этот вот забор. Сейчас я вам покажу, прям сильно натянул. Я тут чуть-чуть тоже листьев понаметала. Вот видите, вон оттуда, с той стороны, у нас очень много листьев, все сюда летит. Инжир вот этот уже поснимала, да, файгу, все поснимала. Ну там еще столько много зеленых, столько много. Это я только сняла, которая вот на полу была и которая вот, вот тут рядом висела. Тут у нас ее огонь. Тут очень много ее. Я говорю, в этом году, да, что это такое? Я говорю, очень много. И в прошлом году у нас уже где-то было уже, когда это? В конце? Не, 31-го, я помню, это был Хэллоуин. Я приезжала сюда, мы собирали, по-моему, с сыном или дочь была со мной, мы собирали листья, остатки листьев. А в этом году, посмотрите, сколько еще зеленых листьев, еще сколько мне урожаю придется собирать. Наверное, целую зиму. Ну вот, смотрите. Так, землей ничего не надо делать. Объясню. Тут червячки, земля должна дышать, земля дышит. Мне кто-то написал, спасибо большое вам. Да, это правда, это правильно, потому что земля забита, забита травой, забита сорняком. И вот эта вот земля, она вот это вот вылазит, это черви. Это говорит, земля должна дышать. Это я, конечно, сразу Эрсте Гильф, и сразу побежала узнавать, что, что, как. Это очень хорошо. Это говорит, очень хорошо. Оно так и должно быть. Вот. Это не значит, что там она сырая. Там мне писали. Нет, это нормально. Она разжижает, говорит, потому что, ну куда? Тут до того густота и прям аж плотно. Сейчас посмотрите, она не плотная. Она такая, как немножко, как сказать, люфт. Воздух есть, посмотрите. И стало уже реже, меньше уже, посмотрите, как вот это вот вылазит. А то, когда вот это целую неделю, я вам показывала, целую неделю у нас тут что творилось. Сейчас прям вообще, вообще хорошо. И даже я вам скажу, трава пошла, где вот этот у меня сорняки были, да, пошла там трава. По той стороне вообще все. Девчат, ногти сделала. Вот, покороче и получше. А вот тут вот моя кошечка бегала. Вот. Делаю сразу, убираю все, зарываю. Вот они, который единственный цветок, что у меня вымерз. Соседка у меня уже, она все поубирала, все корни уже луковицы повытаскивала. Он у меня цвести собрался. Вот он, посмотрите. Вон он. Все уже вовсю цветет.
Так, что еще? Еще хотела сказать, я вам показывала вот такую вот пленочку, да, которую муж хотел зеленую сюда натягивать мне. Вот такую, как у них черная, вот соседи наши, только вот сюда вот хотела зеленую. Говорит, не пойдет, говорит, как ты хочешь, говорит, так не пойдет, потому что ветер, это он у тебя будет как парусник, на сетку, говорит, никто не делает. Вот, а забор сюда такой вот ставить нельзя. У них вон вот такая вот штука, как квадратная, да, вот такая вот. Ну, вот как у нас, да. Они еще закреплили как со всех сторон, да. Если вот такая, то другое дело. А если вот на такую сетку, вот такую штуку, только зеленую натянуть, говорит, вот эту вот специально, говорит, нет, она не пойдет, говорит, сюда. Так что вот так вот. Только тот угол спрячусь, и все сделает мне, и все. Так, тут еще что? Так, насчет дровника еще хочу сказать вам, да. Дровник этот муж будет полностью убирать, будет делать жести. Где эта жесть? По-моему, она там сзади полностью будет. Потому что, видите, у нас еще там уже дрова. И будет отсюда и до туда полностью один съемный такой делать дровник. Говорит, а вот эти два сюда тоже не пойдет. А если два, как шкафчика, вот это надо просто один цельный сделать, и все, съемный, говорю. Так, тут тоже сфотографирую вам сразу. Да, вроде бы уже все сказала. Смотрите, как потемнело сразу. На время 7 часов у нас. А этот дровник тут у нас так и останется, он у нас остается. Девчата, завтра такая хорошая погода. Говорю, дочери, день рождения, все. Но мы все работаем. Говорю, даже вот так вот шашлыки, говорю, чтобы приехать сюда делать шашлыки, не получается. А на выходные не знаю, что там за погода будет. Ну ничего, завтра у них все равно. Вот отпуск они взяли с сыном и у Милени. Завтра она будет с друзьями справлять. Я бы даже шашлыки, говорю, не сделаешь ничего, говорю. Все работаем, все вечером приходим. Так что... Так, вроде бы как бы ответила я вам все, да? Потом что тут? Там я уже тоже отвечала, я уже говорила. Много, конечно, спрашивает. Все такое вот. Так. Тут вот у нас труба. Тут тоже у нас труба. Так, девчата. Тут вот единственная муж, вот когда выходит сюда, да, вот залазит, здесь у нас листья всегда сметает. А так у нас, в принципе, здесь вот так вот все сложено, все аккуратно, все под контролем, все чисто, ведра тоже там. Ну, как бы все, чтобы у нас было в одном месте, все как одинаково. И еще хочу, спрашивали про рыхление, чем я рыхлю землю. Вот это вот мое как спасение. Ну, я как всегда, я привыкла ею, да. Некоторые мне писали, лучше граблями. Я нет, я вот только такими. Уже сколько лет я ими пользуюсь, как бы у меня есть и новые, и такие вот, как белые, да, я вам показывала. Ну, вот я сначала вот с этими, а потом с теми. Но те легенькие-легенькие, там фирма хорошая, такая легкая. Так что, девчата, вот такие дела. Так, все нормально, все хорошо. Продачу видео я снимаю, пока как только начнется, вот сейчас там вот этот проект, немножечко тут сейчас с этим забором говорю, время уже будет уже тот угол доделать и еще тот угол доделать, и все. А я хожу почти каждый день, здесь урожай снимаю, уже и наварила, и еще буду варить, вам показывать, просто то я сварила, не показала ничего, вот, а... завтра или послезавтра вам покажу.